Привет! Ой, вот и начало выпуска. Вот тогда. Начинаем мы отсюда, со стадиона. Потом пойдем на улицу и обратно поднимемся в стадион, говоря всем пресса. Тема сегодняшнего выпуска – спорт. И идем на улицу. И, конечно же, Фонбет сегодня бесплатно угощает чаем. Бинго-бонго и джимбо-джамбо! А, как холодно, кошмар. А, я Сережа, это шоу Сережа и микрофон за камерой. Валентин! Здравствуй, Валя. Не правда ли срака? Можно показать мою обувь? И я хотел бы спросить у Зевса, как я буду модным, бро? Значит, смотрите, это Москва. Играет Россия против Аргентины. А, товарищеский матч. И это все, что я знаю про футбол в принципе. 80 тысяч человек сюда пришли, и мы с Валей. Будем снимать про футбол. И, о боже, я вообще не готов работать. Нет. Сегодня сборная России планирует выиграть... Хотел разозлиться. Кто мешает мне говорить? А это наши спонсоры, ребята, сегодня. Фонбет. Подходите к спонсорам. Ставки на спорт. Еее! Это они нарулили мне этот бейдж. Секси хат бейдж пресса. О, да, Фонбет. Одна из крупнейших букмекерских компаний России. Работает с 1994 года. Старше, чем вы все. В сеть компаний входит более 1200. На монтаже выберем правильное. Клубы по всей России. Фонбет принимает ставки на футбол, хоккей, баскетбол, ММА, Евровидение, Оскар. Петушиные бои есть? К сожалению, нет, ребят, петушиных боев. Есть куда расти. И другие спортивные и культурные события. Фонбет входит в Европейскую ассоциацию спортивной безопасности и Международную организацию по предупреждению договорных матчей Федербет. Федербет. Ну ладно. Федербет. Лучшая букмекерская компания 2017 года по версии Russian Gaming Week. Чего-чего? Здорово. Привет. Увидали? Ага. Очень холодно здесь. Мы сейчас пойдем на трибуны. Мы сейчас... Бро, я же работаю. Извини, пожалуйста, ну... Но я же работаю. Я живу очень далеко. Я говорю fuck, ты говоришь... You. Складываем, что получилось. Fuck you. Fuck you, бро. Нет, тебе все равно, да, тебе плевать. Главное ты. Нет, главное ты. Ладно, ты скажи мне, пожалуйста, ты пришел за Россию поболеть? Конечно. Чего ты мне врешь? Не, правда говорю. Не ври мне. Ты пришел посмотреть на Месси. Месси, ты на Месси пришел посмотреть. Я прилетел. Ты пришел за 5000 километров. В форме Россия посмотреть, да, на Месси. Как думаешь, кто победит? Это не важно, это просто игра, футбол. Это просто футбол, это не важно. Главное, чтобы не 0-0 был. Это не имеет значения. Да. Слушай, главное. Кому главное? Что из этого изменится? Ну, как что? Да всем плевать. Все пришли просто патриотизм поорать. Патриотизм вырастет, если наши победят. Еще не победят. Больше. Не победят? Чувак, Аргентина. Ну и что? Когда женщина рождает аргентинского мальчика, сначала мяч выходит, как в этих, как в Тае, знаешь, как у тайских. Сначала мяч, потом мальчик. Ну, посмотрим. Мы поснимаем здесь чуть-чуть, потом уйдем на трибуны, но будем сюда возвращаться, потому что сладкий, сексуальный Фонбет дал нам все в нашей жизни. Мы ставим на спорт каждый день. Валя, ты ставишь на спорт? Вот, только что поставил на спорт. На что ты поставил? На баскетбол. Ух ты, здорово. Меня сейчас подвели человек и сказали: Сережа, поговори с ним, пожалуйста, очень важно. Окей, ладно. Я что? Я без проблем. Кто ты? Представься. Ты не в курсе? У меня записано, но я... Бля, не, текст учить надо, серьезно. Да зачем? Не надо. А, импровизация. Да какой это стресс, что-то учить, кому-то чем-то быть обязанным. Бро. Я видел, как ты сейчас Фонбет отрабатывал, и что-то ты как-то нормально учил. Я учил Фонбет неделю. Вот, стресс какой. Понимаешь? Все, хватит стресса для этого выпуска. Кто ты? Кто я? Ну, расскажи про себя, ну что ты? Но мне кажется, твои ребята, которые смотрят, они меня знают. А если нет? Будет неловко? Даже и не знают, если ты все равно. Ты расстроишься, будешь читать комментарии. Ладно, я сейчас тебя представлю. Так и быть. Ты вынудил меня? Ты смотри, какой ты душный, а? Я не душный. Да вообще ужасный человек. Я своего. Снимался. Ты актер? Да. А-а-а! Вау!
Я еще и по тайскому боксу чемпион, так-то, если... Не надо мне угрожать, бро. Нет, не надо мне угрожать. Я из тайского бокса перешел в кино. Так, хорошо. Тебе правда нравится футбол? Ну, за ЦСКА я болею уже почти 20 лет, поэтому как бы да. Если мне совершенно не нравится футбол, что со мной не так? Ничего, просто тебе не нравится футбол, вот и все. Ну вот мне твоя куртка не нравится, и ничего со мной такого нет. У тебя клевая куртка, мне кажется. А тебе она подходит, во всяком случае. Но она тебе не нравится. Но мне она не Но она клевая. Она клевая. И смотри какой-то, на двух стульчиках усидел сейчас. Актерское мастерство. Почему ты в очках? Ну потому что это клево. Ну да. В первом выпуске моего сезона шел чувак днем, в пасмурную погоду в очках. Да. Я говорю, йоу, бро, ты плевал на действительность. Это альфа поведение, понимаешь? Понимаю прекрасно. Есть как бы альфа люди, которые такие, вот так будет. Да, я понял. А есть беды такие, как будет так, хорошо, да? Да. Идти болеть за других мужиков, которые играют в мячик, визжать, как будто ты их девушка. Да вперед, мой любимый. Это что такое вообще? Ну, если так, то да, так странно. Это но... не кажется, что это супер бета-поведение? Абсолютно. Знаешь, нет. Что делают альфа-чуваки? Играют в футбол, да? Фак! Фак Месси у меня сегодня с чуваками в футбол, да, там, после да, сауны. Да, все нормально. Абсолютно. Я тебе более того скажу, как бы, ходить на футбол можно совсем по-разному, понимаешь? Ну, расскажи мне. Ну, можно прийти, вот так делать, как ты рассказывал, визжать, как ты их девчонка. А можно прийти и поднасладиться игрой, понимаешь? О, это случилось сексуально. Поднасладиться? Да, да, как, что значит поднасладиться? Ну, вот, допустим, я пришел с девочкой. Ты пришел с кем? С Валей. Ну, вот. Ну, слушай, ну, такое имя. И никто не знает, мальчик он или девочка. Ну, Валя. Сколько раз выставлял в кадр, я думаю. Что... Ну, очень, у нее очень мужественные руки. Опять-таки, ты пришел с девочкой показать ей других классных мужиков. Это нет, странно? Она их видела. Смотри, как он классно бегает. Нет, видала, нет, как он видала, как он много зарабатывает? Это сейчас, видала? Это сейчас у тебя это ты... Да-да-да. Смотри, как он классно зарабатывает, как его все обожают. Да, видала? Вот эту херню он получил 30 тысяч долларов, да? Да, видала? Классный, да? Может. Она на тебя посмотрит и такая... Нет. Я напишу ему в директ. Спасибо, ты мне классную мысль подкинул. Понимаешь, что-то не сходится. Да все нормально, футбол это нормальная игра. Все, на этом закончим. Спасибо большое, бро. Ваш прогноз на этот матч? Хотелось бы ничейку. Почему вам, в смысле хотелось бы? Что, не верите в Россию, нашу родину великую? Ну, верю, конечно. Пушкин где родился? Здесь у нас. И вы ничью хотите? Я. Все, пока-пока. Ультрапатриотизм это такое оружие. Против него вообще бесполезно, ребята, сопротивляться. Сразу начинаешь дедов войну вспоминать, какую-нибудь Петра Первого. И люди цепенеют. Что ответить, непонятно. Ребята, нет ничего лучше для демагогии, чем патриотизм. Смотрите, сейчас еще раз продемонстрирую. Во-первых, вы два абсолютно одинаковых человека. Офигеть. Могучая у нас держава, большая, красивая у нас страна. Большая, красивая. И ты после этого что ты говоришь, что кто победит? Аргентина. Да не патриот ты! Не патриот! Не очень сработало. Это не работает с людьми, которым похер. Валентин, страна у нас большая, Валентин. Пушкин где родился? Стихи у нас какие? А язык? Что ж ты делаешь-то? Ладно, окей. Разумеется, победит Аргентина. Даже сборная России приехала посмотреть на Месси. Вы же понимаете, что так дела обстоят. Я вообще не понимаю, о чем говорить. В принципе, я все темы уже исчерпал. Типа, кто победит? Любишь футбол? Все. Привет, дружище. Привет, как дела? Здорово, хорошо. О чем с тобой поговорить? О жизни. Как дела? Откуда ты? Красноярск. Что ты здесь сегодня делаешь? Матч. Специально приехал? Ты... Нет, я приехал тут по делам, по рабочим. И, ну, матч тут состоится. Я думаю, надо сходить, посетить его. Как думаешь, будет такое? Ты болеешь, вдруг... Ты же ждешь такого, да, чуть-чуть, подсознательно? Болеть. Ну, подожди, что ты такой болеешь? Ура, футбол! Вдруг. Стоп, игра. Месси показывает на тебя пальцем, такой говорит. Как тебя зовут? Антоха. Тоха! Иди сюда! Ты такой, я? Все такой, ну ты. Весь стадион такой, Тоха, давай, иди. Ты такой, о-о-о. Ты берешь свою GoPro китайскую. Да, да. Это не GoPro. Жмот, жмот. Это еще не моя. Красноярский жмот. Спускаешься, он говорит... Бро, давай покажите, как пинать. Ты такой, ну как-то неловко. Он говорит, тихо,
это товарищеский матч, это все не имеет значения. Ты встаешь, и он тебя сзади обнимает, такой говорит, смотри, расслабь бедра. И ты пинаешь, и он расписывается у тебя на груди, и это лучший твой день в твоей жизни. Ты же хочешь подсознательно такого? Я не думал об этом. Ну, думал об этом. Я не думал об этом. Стопудово думал. Я не думал об этом. Стопудово думал. А друган, который остался дома и пьет пиво, сидит, он думал об этом. Он мне сказал, что передай Месси привет, пусть приезжает нам в следующем году, встретим его, поговорим, угостим, все покажем. Кто победит? Россия. Не победит? Ну, да, ну как не победит? Надо верить в лучшее. Зачем? По-любому. Зачем? Все сюда пришли, знаешь, с каким чувством? Как будто они купили смертельно больную собаку, а они знают, что она умрет через 2 дня. И такие, не-не-не, она выживет. Не выживет. В нашей стране не хватает здорового реализма. Все такие, мы проиграем. Мы знаем это, мы не расстроимся, и все будет здорово. Все себя самообманывают, приходят такие, о-о-о. Чего они расстраиваются? Да, блин, я пришел просто посмотреть на матч. У нас в Красноярске такой... Сколько тысяч людей здесь будет? 80. 80 тысяч людей. У нас стадион 3, по-моему, или 5 тысяч. Манеж с одной трибуной. Да я твой GoPro видел, мог бы не объяснять. Очень все, давай, все, все давай, счастливо. Давай, давай, пока. Кстати, ребят, FunBet вас приглашает, знаете куда? Очень скоро в Питере играет Россия против Испании. Играют они 14 ноября, в мой день рождения. Воу! Стадион Крестовский. Сделай ставку на победу. На FunBet, разумеется. Ты девочка? Ну да, логично. И на футболе? Да. Как бы по гендерным стереотипам что-то не сходится. С семьей приехали развлечься. Тебя затащили? Ха-ха! Мучайся! Нет, люблю такие мероприятия с семьей. Влюбилась Месси? Нет. Ну да, чуть-чуть. Нет. Кого влюбилась? Ни в кого. Ну, перестань. Девочки всегда мечтают, что вот красавец у них будет спортсмен. Зачем, кстати, вам это, девочки? Тебе нужен спортсмен-муж? Говори. Нет, нет. Суперзвезда нужен? Нет, нет. Почему? Ну, таких времени не будет на меня. Его не будет всегда дома, и он будет тупой. Ну да, с чем-то я абсолютно согласна. Ну, с классной прической и татухами. На других весах. Подумай. Кто тебе нравится из футболистов больше всего? Ой, сложно, на самом деле. Кто мне нравится из футболистов больше всего? Да никто. Да никто. На всех все равно. Да гори они. Да. Получи хороший спортивный экспириенс. Спасибо. Шашку пронесла где-нибудь в запрещенном месте? Конечно, нет. Ты так не делаешь. Кто победит? Наш, конечно. Конечно, слово мне очень нравится, конечно. Так говорят. Мне очень нравится слово «конечно». Надо говорить так. Наши, извините. А можно фотографию с вами? Ну-ка, давай. Давай, давай, давай. Кто я? Диджей Огурец. Молодец, я тебя люблю. Я думал, ты просто знаешь. О, да, чувак, это... микрофон. Не-не-не-не. Все. Кто ты, откуда? Коля, Москва, отсюда. Ты часто ходишь на футбол? Да, достаточно часто. Зачем? Не знаю, знаешь, драйв такой какой-то есть, ну и плохих хот-догов поесть. Это классный чувак. Привет, вы за Милан пришли болеть? Нет, я пришел болеть за сборную России. У курточки Милан? Да, абсолютно верно. Спасибо. За Месси, посмотреть Месси, Лионеля Месси. Наконец-то честный человек. Наконец-то, вы не стали мне врать, что вы пришли болеть за Россию. Да, нет. Вы тупо пришли поглазеть на суперзвезду. Я от одного актера, Лионель Месси. Все, больше ничего нам не нужно. А прикиньте, он такой, не хочу сегодня играть. Ну, что-то он себе покажет. Поэтому мы его посмотрим, я думаю, что мы его оценим. Вы хотите с ним познакомиться, с человеком? Ну, почему бы и нет? Ну, поздороваться, сказать, пожелать ему удачи в дальнейшем, да. Почему? А если бы он вас позвал к себе в номер и там разделся, просто голым бы сидел. Подождите, стойте, он бы ничего не стал вам предлагать. Я не с той категории, к сожалению. Да, неприятно, не в этом дело. Он говорит, слушай, здесь жарко, и он голый сидит. Ну, я бы его послал нахуй. Да почему? Ему так же комфортно, просто в номере жарко. Да, хорошо идет. Люблю футбол, чуть больше уже. Россия. Россия! О, надо же, я угадал как. Ребята, не перестаем напоминать, что мы выходим в 4К. Чем больше К, тем смешнее, понимаете? Вот такая была логика. Я не готов, до этого уже и так поняли, я тупой. Вы это знали, в принципе, сразу по моему лицу. Но что, возможно, вы не знаете, от меня потрясающе пахнет. Дружище, можно на секундочку? От меня хорошо пахнет?
Отлично пахнет. Спасибо, 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 спасибо. А разве можно не доверять этому человеку? Об этом никто не говорит в видеопроизводстве, да? Вот выходит Екатерина Андреева, программу «Время» ведет. Почему она начинает с того, что я сегодня что-то не очень пахну? Был длинный день. Как ты забегалась? И ты сразу новости по-другому воспринимаешь. Или она такая: ребята, я только что из душа, пахну, вау! Новый селектив на мне. И тоже новости заиграет. Почему об этом никто не говорит? Я вам говорю. Я Сережа. Это Сережа и микрофон. Второй сезон. Вообще, это идиотизм. Вам не кажется, что люди, которые просто пинают мяч, чуть лучше, чем другие, мультиквадросексиллионеры? Какая ценность по отношению к врачу-нейрохирургу? У чувака с отличной прической и в татуировках, который просто пинает мяч. Какая ценность этого человека? Не понимаю. Но так есть, окей. И вот, ребята, мы заходим на стадиончик. Пресса, 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 пресса. Говорим охраннику. Пресса идет. Пресса. Тут наши коллеги, прессологи. Наши коллеги-прессологи. Вот столько я знаю о журналистике. Прессологи. Привет, дружище, ты откуда? Какой канал? Сайт Еврофутбол.ру. Сайт Еврофутбол.ру. Ты там, в принципе, один работаешь на этом сайте? Нет. Нет. А вы кто? Кто я? Это самое популярное шоу на YouTube. Колоссальное количество просмотров. Рвем топы. Я вдуть. Да, я вдуть. И что, как дела у тебя на сайте? Отлично. Что ты планируешь? Пойду работать, прости. Пришел за скандалами? Нет, за работой, за футбол. Показываете футболистов в нижнем белье? Нет. О, Месси шел в плавках. Хорошо, ладно, окей. Что-то какой-то скучный сайт еврофутбол.ру, да? Вам не кажется? Куда ты, какой СМИ? Мы не СМИ. Кто ты? Вы куда это транслируете? Все-таки напряженные. Это Сережа микрофон шоу на Ютьюбе. Очень прекрасно. Давайте мы просто вырежем это. Просто вырежем, потому что... А что ты распоряжаешься моим материалом? Мы не будем ничего вырезать. Это было скучное, ни к чему не приведшее интервью, ноль шуток, но я не буду вырезать его только то, что вы сказали. Все, понимаете, тоже вот альфа-поведение. Спасибо большое, хорошего дня. Все, это было в выпуске, пусть. И не буду слушать никого, кто мне говорит, что мне делать. Хорошо, пресса. Коллеги, скучно очень. Как дела? Откуда? Так, давай поговорим просто. Просто чувствуй меня. Смотри туда. Как дела? Не очень, потому что сзади меня стоит мужчина. Я хочу, чтобы ты не отвлекался на мою красоту и просто говорил со мной, что ты чувствуешь. Футбол. Я говорю футбол. Какие у тебя ассоциации? Футбол. Футбол – это футбол. А какие еще могут быть ассоциации? Откуда ты, кстати? Какая пресса? Я не имею права разглашать это. Серьезное издание, и у меня в контракт. Ясно. Мурзилка. Хорошо, все, давай, счастливо. Ребята, вот такая пресса у нас, понимаете? Тухленько. Вот мы заслужили такую прессу. Пресса. Ну. Здесь лифт, да? Да, слева. Пресса. С левой стороны. С левой стороны. Пресса идет. Поправьтесь, тяните живот. Пресса вас снимает сейчас будет. Туда? Вам на трибуны? Ну да, вот налево. Пресса. Чувствуете трепет? Что, пресса идет? Да, конечно. Все, здорово. Как я выгляжу? Шикарно. Я почему-то вас люблю очень сильно. Я не знаю, какие-то чувства к вам испытываю. Как я пахну? Не знаю. Насморк. А. Если я скажу, что я приятно пахну, вы мне поверите? Я привык, я странный, я верю людям на слово. Надо ли верить людям на слово? Обязательно. Почему? Потому что иначе зачем жить? Далай Ламинг. Ребята, Шухер, пресса. Шухер. Вау. Валя. Мочи. Еще холоднее, чем внизу, кстати говоря. А на стадионе тепло. Это Сережа микрофон. Мы говорим сегодня про спорт. Я тему не объявил. О, фак, идиот. Тема, кстати, спорт. Давайте это перенесем на начало выпуска.
Привет! Ой! Вот и начало выпуска! Вот тогда. Начинаем мы отсюда, со стадиона. Потом пойдем на улицу и обратно поднимемся в стадион, говоря всем пресса. Тема сегодняшнего выпуска – спорт. И идем на улицу. Кто-то спросил у меня: Сережа, а куда исчез сериал? То есть в первом сезоне у нас человек из одной серии как-то находил себя во второй, в третьей. Это куда-то исчезло, ребят. Я не знаю, в чем дело. Это куда-то исчезло. Постараемся это вернуть. И ставьте, пожалуйста, заявки, оставляйте, с кем сделать большое интервью из тех, кто был героем Сережи и микрофон во втором сезоне. Мой фаворит — это Майя из выпуска про книги питерского. Мы найдем этих людей и сделаем с ними большое часовое интервью. Про все будем говорить. Мужчины, здравствуйте. Я Сережа, это шоу «Сережа и микрофон». Как дела? Отлично. Все орут, я ору. А что было-то? Чего орем? Ну, выбежали игроки. Что самое главное в футболе? Красивая игра. То есть красивые мужчины? Нет, это для женщин. Красивая игра. Но если футболисты будут вот такие, это же красивой игры не получится? Нет, футболисты таких не бывает. Они все красивые? Да. Значит, красивая игра, красивые футболисты связаны. Кто самый красивый футболист? Из наших? Вообще. На ваш вкус. Рональдо. Какой? Их 6. О, не, ну, который в Реале играет. А вы бы хотели быть красивым футболистом? Уже нет. Почему? Нет. Вот так, окей. У вас есть возможность вернуться в прошлое. Но хотел бы. Либо развратный образ жизни. Нет. Почему? Зачем тогда быть красивым футболистом? Да почему? Чтоб славу принести. Просто семье такой... и своей родине. Знаете, какие у вас накачанные большие ягодицы? И это просто добро пропадает? Нет, у меня не накачанные. Если вы футболист, красиво у вас накачанные большие ягодицы, поверьте мне, и икры. Надо просто играть в футбол. Раз пришел в футбол... Окей, ладно, хорошего дня. Вы очень пристально смотрели сейчас в одну точку. О чем вы думали? Вы это заметили? Да. Да я думал, конечно, праздник, большой праздник, но все-таки грустинка, если объективно оценивать ситуацию, наверное, имеет место. С чем связана эта грустинка? Да проиграем. Так и хорошо, какая разница? Да, ну, я не знаю. Вообще-то у нас заложен какой-то инстинкт победителя, что ли. Какая разница, победит Россия или нет? Что это изменит? Что поменяется? В моей жизни ничего абсолютно. Ничего не поменяется? Я не дождался брата, с которым должен был здесь сидеть вместе. Поэтому, вот причина вашего взгляда. Поэтому в одиночку как-то грустновато. Вот грустинка в чем. Сейчас смотрю на поле, все эти люди, это все Месси. С такого расстояния невозможно рассмотреть ничего, это все Месси. И вот мы снова на улице, и чтобы сказать вам... Фонбет! Не забыли еще, нет? Фонбет. Ставки на спорт. Футбольный турнир. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Уже 1 декабря на финальной жеребьевке турнира сборная России узнает своих соперников по групповому этапу. Билеты на матчи чемпионата мира по футболу. Это сейчас я говорю. Все желающие... Смотрите, какое дело. Я оказался здесь на стадионе, и мне сразу резко перехотелось работать. Во-первых, невозможно, очень громко. А, во-вторых, зачем? Я уже, по-моему, нормально снял. Спасибо большое, Валя. Спасибо, Фон Бет, за то, что пригласили. Спасибо. На этом все. Это был Сережа Микрофон. Смотрите мое шоу. Я люблю вас. Пока. Что-то я хотел сказать, по-моему, фонбет. Ну, ты знаешь, фонбет. А, фонбет? Фонбет. Фонбет.